Так, ребятки, послушали, теперь послушаем меня. Бревнышко убрали. Сейчас 5:25 где-то. Сегодня 9 мая. И что мы делаем? Мы приехали к Днепру. Там у нас туман. На улице 8 градусов тепла. Вперед, Миша. Ну, ребята, сами понимаете, начало съемки отсюда. Здесь люди ели шашлыки. Ну что, вперед. Вы увидите то, что вижу и я. 9 мая. Ни одного рыбака, ребятки. Туман идет с этого берега, ребятки. Ребятки, сел на пенек. Еще провожу, ребятки. Я думаю, вы получите удовольствие. Вон удочка плавает. Так, ребятки, заходим отсюда. Я думаю, вам понравится. Мне нравится. Сел на жердочку и имею вот такое. Бабочка хорошо отражается. Красиво идет. Ну что, ребятки, здесь не такой туман, но тоже что-то есть. А рыбаки, наверное, муж и жена, перебрались сюда. Так, ребятки, корабль вам надо показать? Ну, я думаю, что надо. Я не стал сходить с места, потому что хочу еще сделать фотографию. Хоп, хоп. Так, ребятки, тоже красиво. Где цапля? Так, я ожидал на Днепре больше тумана. Ну, сейчас подпустим. Ну, ребятки, идем к Днепру. Быстрее. Быстрее. Еще раз быстрее. Красота, ребята.
Ну что, ребятки, пришел я к Днепру, но туман ушел. Миша пришел, туман ушел. Ну ничего страшного. Мы все равно видим красоту природы. Вот там, ребятки, понад Хортицей маленький-маленький туман. Сбежал он от нас. Ну как без велосипеда? Велосипед должен быть отражен в моем видео. Только благодаря ему мы здесь. Опа. Девушка прибежала, дама, женщина прибежала. Ну что, ребята, сказать? Вот эту штучку нам оставили. Для шашлыков. Ну а шашлычок не оставили. Вот так. Так бывает. На берегу Днепра шашлык. Под туман. Прелесть. Так, что, ребятки, скажу. Женщина, девушка прибежала. Все в одном лице. Ну я до сих пор не плаваю. Вот она идет. Венера. Что там говорить? Венера Запорожья. Я сказал бы, богиня Запорожья. Вот так, ребятки. Молодец. Сразу, без разминки. Миша, ты так не можешь. Ну что, ребятки, мы видели больше, чем надо.